Экспозицию музея «Столярная мастерская» украшают три венских стула. Они были изготовлены мастерами села Кабаево Алаторского уезда. Появление мебельного кустарного промысла в Симбирской губернии относится к 1873 году. Именно тогда братья Ферапонт и Никифор Арискины из села Кабаево, которые были обыкновенными плотниками, сделали по заказу лесничего Тимофеева свой первый гнутый стул. При полном незнании технологии изготовления венской мебели, имея перед глазами лишь заводской образец, они самостоятельно разработали все тонкости этого производства. Сначала они использовали стволы и ветви деревьев, искривленных естественным путем. Потом стали распаривать древесину. В результате гнутые части стульев были сделаны ими из дуба и ясеня после предварительной пропарки. Совершенствуя свои изделия, к концу 1873 года Арискины изготовили 308 подобных стульев. Цена на их гнутую мебель составляла от 18 до 22 рублей за дюжину. Мастера экспонировали свои изделия на различных выставках страны, где их работы были отмечены серебряными и бронзовыми медалями.